Всем привет! Мы сегодня будем рассказывать тему «Дела плоти как...» Вражда. Колдовство. Сон. Колдовство – это мерзость перед Богом. Многие люди уходят к гадалкам, носят амулеты, делают заклинания, заклинают всяких нечистых духов, делают всякие зелья плохие, но нечистые духи, они не уходят через амулеты, всякие заклинания. А еще люди ходят к гадалкам, но злые нечистые духи не знают будущее, а только наш Бог знает будущее, поэтому эти гадалки не знают будущее. Волшебство – это не только общение со злыми духами, но еще это лживость, обманчивость, и вранье, и можно считать кражем. Это путь, который ведет в ад. Вражда – это плохое отношение к другому человеку, когда человек причиняет вред другому. Бог говорит, если ударили по одной щеке, подставите вторую. Люди думают, что ненавидеть – это не грех, но Бог говорит, что нельзя ненавидеть или даже любить своих врагов. Ссора. Многие люди ссорятся из-за каких-то мелочей. Могут поссориться муж с женой, братья между братьями и родители даже с детьми. Это приводит к разделению. Даже в некоторых церквях есть ссоры и разделения, но особенно в церквях не должно быть такого. Многие люди ссорятся и не могут помириться потом. Если бы у людей не было бы искания своей выгоды, то они бы никогда бы не ссорились и не спорили. Со всеми прощаемся, всем пока!